По прогнозам, к 2019 году региональный валовой продукт вырастет почти на 8% и составит свыше 380 миллиардов рублей. По поручению губернатора, план социально-экономического развития разработан с учетом самых свежих данных об инвестициях в различные отрасли производства. В создании документа приняли участие профильные департаменты, а также другие специалисты и ученые. Упор в росте экономики Брянской области сделан в первую очередь на развитие сферы промышленности и сельского хозяйства. Согласно прогнозу, в среднем по России за 4 года, то есть с 16 по 19 год, реальный рост продукции сельского хозяйства составит 8,8%. По Брянской области мы планируем 21,2%. Достижение этих показателей в 2016-2019 годах планируется за счет повышения эффективности сельхозпроизводства и реализации инвестиционных проектов. Также на оперативном совещании подвели итоги пожароопасного периода этого года. По словам руководителя региональных спасателей Вадима Уваркина, в 2016 году в 2,5 раза снизилось число возгораний сухой травы. В целом ситуация с пожарной безопасностью всегда была под контролем. ЧП не допущено. Немалую роль в этом сыграли добровольцы и органы местного самоуправления. Артемий Маркелов, Владимир Сидоров. События. Брянск.